Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На последнем голосовании из новеньких участников проект покинул Игорь Мошкин. Также на Дом-2 пришли две новенькие участницы. Первая девушка Карина – та самая, у которой были отношения с Алексеем Купиным на протяжении 3 месяцев. Девушке 23 года, она из Бреста. Кому пришла, не признается. Кстати, в недавнем разговоре с участниками Карина созналась, что у нее был секс с Сергеем Захарьяшем. К дружескому сексу она относится очень даже хорошо. Вторая девушка Натали, ей 22 года, она из Ташкента, пришла к Диме Талыбову. Она занимается вокалом, принимает участие в конкурсах красоты. Ну а Талыбов и Саймон Марданшин собираются на Сейшелы, ребята получили загранпаспорта. На острове любви одиночка Гарик Рагимов ждет с поляны Юлию Кудрю. Они много с ней общаются и проявляют симпатию друг к другу. Фил Костробов ответил на вопросы подписчиков о своей дружбе с Мэри Кулешовой. «Мы не пара», – пишет он, – «я ее люблю, но люблю как дочь». «Очень сложно найти девушку-друга, но я нашел. Моя маленькая доченька, я тебя очень люблю». Олеся Клочко хочет покинуть проект. Она скучает по друзьям, по родителям. Ей не хватает спортзала и салона красоты. Лиза Триандафилиди дружит со своим бывшим парнем Алексеем Чайчицем. «А вы дружите со своими бывшими? Лично я – да», – пишет она. Маша Кахно сдружилась с Андреем Денисовым. Они в паре занимаются в школе актерского мастерства. «Как вы думаете, может ли творческий тандем перерасти во что-то большее?» – спрашивает Маша. В сети обсуждают наряд Ольги Бузовой, в котором она появилась на красной дорожке музыкальной премии Music Box. Бузова явилась в стильном прозрачном черном платье. Соски она не прикрыла, и поэтому все прелести Бузовой можно было рассмотреть вблизи в деталях. Точно в таком же костюме была и ведущая премии Анна Грачевская. Другие бывшие участники телепроекта «Дом-2» тоже публикуют фото с этого мероприятия. В сеть попало свежее фото Курбана Омарова, и многие пришли в ужас, глядя, как подурнел мужчина за какие-то 3 года брака. Причину многие видят в алкоголе, которым явно злоупотребляет Курбан, а также в беспочвенной ревности Ксении Бородиной и ее постоянных придирках. Лера Фрост в очередной раз стала объектом критики и насмешек. В сети обсуждают стоп-кадр из эфира, на котором видны ее грязные пятки. Она очень много из себя строит, а сама элементарно не моет ноги. Выяснилось, что Вика Боня пока не обручилась с новым избранником, хоть она и называет его мужем. В ближайшее время она собирается сделать это. Ее возлюбленный публичный человек, а также он гораздо младше ее. Она уже познакомила жениха с дочкой, и им удалось найти общий язык. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.